Всем здравствуйте! Сейчас муж известной актрисы Анастасии Заворотнюк, Петр Чернышов, оказался в непростом положении. Последние 8 лет Чернышов проживал в загородном доме, построенном Заворотнюк в 2015 году. Однако перед уходом из жизни актриса оформила право собственности на этот дом на своих старших детей – Анну и Майкла. И хотя дети Заворотнюк пока с уважением относились к присутствию Чернышова в доме, ситуация может кардинально измениться. По закону, Анна и Майкл имеют право выселить Петра, так как он не является официальным собственником. Ходят слухи, что отношения между Чернышовым и семьей Заворотнюк натянуты, об этом свидетельствуют кадры с похорон актрисы, где родственники держались в стороне от Петра. Более того, в последний год он не присутствовал ни на одном семейном торжестве. А тем временем на могиле Анастасии Заворотнюк по-прежнему многолюдно. Туристы и не только приходят на место захоронения актрисы, чтобы отдать дань памяти и возложить цветы. Отметим, что сегодня священнослужитель Иван Снегирев сообщил, что для могилы православного не нужно особенных украшений, вычурных оград или статуй в полный рост. Достаточно в первый год после захоронения поставить обычный деревянный крест с табличкой, на которой видна информация о покойном. Обилие венков с искусственными цветами также не обязательно. После того, как пройдет год с момента захоронения, можно поставить небольшой памятник. При этом деревянный крест необходимо либо сжечь, либо отдать в церковь для повторного использования. Конечно, место упокоения Анастасии Заворотнюк выглядит очень роскошно. Море цветов и мягкие игрушки видно издалека, как только заходишь на Новое Троекуровское. Очевидно, что такое внимание поклонников может заслужить только талантливый, искренний и добрый человек. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока!